Я не знаю, показывала, не показывала, не помню. Вот три стрелы, три таких цветоноса выбросила юка. Вот она как. Обойду так, чтобы лучше было видно. На фоне газона, наверное. Да, на фоне газона ее хорошо видно. Вот она какая. Хорошая. Нужно, чтобы еще расцвела, потому что ее очень любят муравьишки. Муравьи ее, конечно же, любят. Распустится, потом покажу. Астильба белая уже. Повторяюсь, у нас прошел дождик. Может, я не помню. По-моему, говорила. Дело в том, что я записываю иногда, а потом приезжаю и кадры убираю, потому что кадры нехорошие. Что-то у меня с камерой. Записываю, потом она как бы резкость уходит. Но не буду же я выкладывать с плохой резкостью. Розовая астильба на подходе, а беленькая уже расцвела. Так, юку показала. Розочка. Розочка, которая на заборе. Дождик ее немножко примял водичкой, потому что у нас ливень был. Не просто дождь, а ливень. Но все равно я вам ее показываю. Она была краше. Сейчас она с водичкой. Вот сейчас подойдем, смотрите. Видите, какая водичка на ней. Обтрусим. Но она колючая, слушайте, она очень колючая. В отличие от моей розы, которая на арочке, та не колется. Та совершенно не колючая, без шипов, бесшиповая. Или как правильно выразиться. А это очень колючая. Здесь нету свободного места, чтобы палец. Поэтому она у меня на заборе. И, конечно же, она чем хороша, она не вымерзает. Я уже говорила, она не замерзает. Она вот так и зимует у меня. Я потом выйду на улицу, еще с улицы покажу. А сейчас покажу лилию. Лилию, которая уже распустилась, не вся, но покажу вам цвет. Какая она, посмотрите, какая. Ой, такая, понимаете, такой ствол. Вон он, ствол, я не знаю, как две. Ну, очень толстый, очень. Очень толстенький такой ствол. И вот она, наклонить не могу, боюсь сломать. Вот какая лилия. Шикардос. Шикарная. Очень красивая. Это здесь она такая бордо с красным. Красный. А в серединке бордо цвет. Очень хороший. Капельки дождя. Прелесть. Мои растюшки получили дождик сегодня. Хотя мы поливаем, но это все не то. Это не то. Вы сами знаете, все, у кого дачи. Дождик есть дождик, правда? Ну, пойдемте на улицу. Там мои розочки, там понаклонялась тоже полька. Сейчас я вам еще и польку покажу, а потом на улицу выйдем. Так. Вот она как рассыпалась. Потому что и ветер, и гром, и молния. И дождь прям, ну, сильный был. Вон ветки наклонились как. Мы подвяжем, подтянем немножко. Видите, в разные стороны раскрыла розу. Так она форму держала, а теперь ее ветром немножко и дождем. Желтенькая, смотрите как. Выстояла, выдержала дождик. Дельфиниумы тоже молодцы. Стойкие оловянные солдатики стоят. Ну, лаванда она и так хороша. В принципе, она не ломается ветром. А дельфиниумы могут поломаться. Ну, вон даже дальние, посмотрите. Сейчас мы обойдем. Вот так, вон туда. Вон тот стоит. Никто не привязывал, стоит. Это тоже, смотрите, какой. Лафант уже вот-вот. И тоже будет цвести. Я делаю очень вкусный лимонад. Лафант, мята, мелисса и тархун. Это все, ну, там это, как говорят, на глаз. Эти травы залила кипятком, пока они настаиваются. Один лимон порезала. И где-то с одного лимона у меня получается 2 литра лимонада. Завариваю эти травы.
ароматный, полезный лимончик. Можно немножко меда или сахара, это уже вы как хотите, кто как хочет, но очень вкусно. Рекомендую, попробуйте. Я завариваю вот эту травку, ну травку, мята, мелисса, лафант и тархун, я все это заварила в литровой банке, просто натолкала. Вот смотрите, вот так беру, вот такие две, вот так веточка, да, две веточки этого лафанта, потом вон у меня мелисса. Дальше у меня, покажу, где тархун. Это мелисса. Это пищевая мелисса. Потому что, я уже как-то говорила, если в грядке, то, что мы едим, а лафант вон в конце грядки, видите? Здесь у меня травки были. Зелень. Ну, уже все, укроп уже пострелял почему-то в этом году очень рано. Так, а вон, ай, как рассыпался, смотрите, какой ливень был. Тархун как рассыпался, он был ровненький, стоял. А теперь посмотрите, его нужно уже обрезать и сушить можно. А, рассыпался куст, вот такое вот творилось. Там у меня, ну, уже покажу, начала показывать, покажу дальше. Там палки мешают, помидоры подвязываем. Любесток, то есть это тархун, в конце грядки тархун, любесток, а там шалфей, сейчас ближе подойдем, шалфей мускатный. Вот это шалфей мускатный, кто не знает, посмотрите. Тоже поломала веточку. Вот он какой, видите, какой хорошенький. Его пчелки любят очень-преочень. Краше было, было лучше, смотрелся красивее, потому что вот эта веточка, она вот там была. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Оно так гармонично все было, форма хорошая, но теперь его немножко сломала. Ничего страшного, нам хватит. Полюбовались. Так, чеснок уже вот скоро-скоро надо будет выкапывать. Где-то у меня маячки. Мне еще, они еще наклоненные вперед. Вниз, вернее. Слышите, вперед, что это я заговариваюсь. Так. Здесь дельфиниум. А, к чему я шла? К лилиям шла. Вот. А здесь у меня лилии вот какие. Вот какие. Покажу так вот. Хорошенькие такие лилии. Здесь цвет такой темно-темно-розовый. Цвет свеклы буряка. Я говорю, как буряк цвет. Это вот она уже перецветает. Она светлее делается. Это открывается темнее. Петух, наверное, слышит, когда я начинаю разговаривать. Он, наверное, со мной разговаривает. Подошла сюда ближе. Вон он там, если вам видно. Сейчас приближу. В конце. Вот интересно, сейчас приблизится. Вон, видно, да? Стоит. Стоит, не уходит никуда. И главное, повернуть сюда. Повернуть сюда, вон он стоит. И ко мне дело имеет. Наверное, думает, что я у него на территории. У нас прошел дождик, гроза, молния, все было. И хорошо сейчас, все мокро, посмотрите, можно теперь травку щипать. Сейчас выйдем на улицу и посмотрите, чистец, видите, цветонос. Вот такой у нас дождик был, цветонос даже сломала. Вышла сюда, на улицу. Здесь тоже дождик поработал. Веточки понаклонял. Вот так вот. Мокренькая. Ну ничего. Ничего. Зато хорошо ей как. Всю пыль смыл. Вот она какая.